седьмой серии сериала «Живая мина». Благодаря хитроумной игре крокодила подозрение во взрывах падает на самого Фадеева. Песнецова берет Фадеева под арест. Тем временем Фадееву удается распознать крысу в рядах управления. Но чтобы вывести того на чистую воду, Фадееву необходимо выйти на свободу. Помочь ему в этом могут лишь верные друзья. Фадеев и его друзья объявлены в розыск, ведь теперь они по ту сторону закона, и охота ведется на них. Фадеев пытается вывести на чистую воду крокодила и его языка в органах. Ради этого он затеивает рисковую игру. Ставкой в этой игре станет жизнь. Посмотреть очередную серию вы сможете 30 мая.